Из Таиланда с любовью, а в Тартонг. Читает Кэтвилд Из Таиланда с любовью. Читает Юнги, вглядывается в картинку так пристально, что глаза начинают болеть. Песок на ней белый, слепящий белый. Похожий на снег, которого в этих краях не бывает. Этот белый песок идеально контрастирует с голубой лазурью воды. И вся картинка же такая живая, что, кажется, стоит дотронуться до нарисованного моря, намокнет палец. Коснешься слепящего круглиша солнца, обожжешься. юнги наклоняют картинку в бок и ждет, когда песчинки посыплются из нее на бежевый коврик под ногами. Песчинки не сыплются, но это почему-то не огорчает. Сейчас не огорчает. Раньше, когда юнги, сидя в душном офисе, затянув до упора галстук на шее, Вглядывался в нее, наклонял, трогал детали пейзажа, дрожащими от усталости пальцами. Было очень обидно, что это все не настоящее. Сейчас нет. Он достает из сумки кнопку и прикрепляет картинку к стене. Сейчас вообще ничего уже не обидно. Он скидывает на кровать до ужаса надоевший пиджак, отодвигает ногой сумку к кровати и делает шаг вперед. Это не просто движение. Это рывок в будущее, которое наконец-то выглядит ярче и насыщеннее. Юнги закатывает рукава рубашки, смотрит на картинку еще раз и отодвигает тяжелые шторы, закрывающие окна. На картинке написано «Из Таиланда с любовью». А за окном у Юнги сам Таиланд. И от этого хочется кричать. И Юнги не кричит — отвык так ярко проявлять эмоции. Но выходит на крыльцо, облизанное жадным южным солнцем. Опирается на гладко отполированные перила и смотрит на море, дышит им. Дом на берегу встал ему в крупную сумму. Все накопленные деньги, несколько лет переработок и сверхурочных. Но Юнге абсолютно ни о чем не жалеет. Перед ним целая другая вселенная. Совершенно не похожие на офисы, вечерние пробки и забитые людьми метро. Ничего общего. Юнги дышит полной грудью, отталкивается от перила и спускается по ступенькам. Узкие носы оксфордов зарываются в песок. Юнги неуверенно мнется у крыльца, не решаясь пройти дальше. Море плещется всего в нескольких метрах, но подойти познакомиться не хватает смелости. Юнги мечтал об этом очень и очень давно, как мечтают о модели с плакат на стене, притягивающей взгляд изгибами изящного полуобнаженного тела. Мечтают, глядя на нее с кровати, запустив руку под резинку шорт. Мечтают, даже не надеясь встретиться хоть раз вживую. Юнги мечтал так о море, и теперь, когда оно раскинулось перед ним, нашептывает ласково, зовет к себе, он смущается теряется, не зная, как подойти. Целое море. Все для него одного. Он топчется по песку, безжалостно погружая в него ботинки. Запоздал, вспоминает, что не взял с собой абсолютно ничего, даже отдаленно напоминающего пляжную обувь, и жмурится от яркого солнца. Он вообще не взял с собой ничего, если быть честным, так торопился на самолет прочь из душного города из-за высоких капканов зданий, что прилетел к морю в рабочем костюме. И выглядит, наверное, как минимум странно. Море таких не любит. Юнги опускается на нижнюю ступеньку лестницы, наплевав на дорогие брюки. Сжимает голову ладонями и пытается просто смириться. Поверить хоть чуть-чуть происходящее. Сперто-сиульский воздух выходит из него с каждым выдохом, сменяясь прогретым и мягким воздухом Таиланда. Просто сказка. Он достает сигареты и закуривает. Становится ли полегче. Пальмы играют широкими лапами листьев с морским бризом. Пропускает его сквозь пальцы. Шуршат приветливо. Дружелюбная окружающая среда непривычно и пугает немного. Йонги расслабляет уставшие плечи и тут же сводит их обратно. Неловко как-то в отглаженной рубашке, брюках со стрелками, да на отдых, на пляж. Чувствует себя немного инородным. Наверное, надо претерпеться. Телефонный звонок отдается в ушах чем-то подзабытым. За время перелета Йонги успел отвыкнуть, да и в том месте, рядом с морем. Он звучит как-то совсем не... неправильно. Юнги немного стыдно за него перед морем, но трубку все равно берет по привычке. Он долетел, интересуется из динамика, и лицо Юнги приобретает привычное ироничное выражение. Ну, надо же, заботиться. Куда я денусь? Получается резче, чем планировалось. В трубке замолкают, хмыкают неопределенные, признаются. Знаю я тебя. Я бы мог предположить, что ты сбежишь из, из аэропорта и вернешься на работу, чертов трудоголик. Это он шутит так, шутничок. Юнги вспоминает несколько минут в аэропорту, долгих и тяжелых минут, когда мозг ломала от мысли о том, что он просто сбегает, бросает все. Что не стоит ли вернуться, и кто, если не я. А потом отпустила так же быстро, как началось». Он улыбается осторожно. Голос из динамика здесь кажется чужим и ненастоящим. Как радиопередача. Как монолог из фильма, который не смотришь, но слушаешь, закрыв глаза. Ты поел там!» — тревожится голос из далекого Сеула. «Да, мамочка!» — ухмыляется Юнги и запускает пальцы в волосы. С удивлением обнаруживает там россыпь вездесущих песчинок. На самом деле он не ел с самого инчхона. Но если Сакджин об этом узнает, вовек не отцепится. Поесть было бы здорово, но сначала море. Море в первую очередь. А одежду сменную взял, продолжает докапываться трубка голосом старого друга. Хотя а более чем уверен, ты там в брюках рабочих и даже биджак. А — Роуминг, Сакджин! напоминает Юнги и сообщает. Я пришлю тебе смс -ку. Когда он сбрасывает звонок, из динамика все еще доносится приглушенный речитатив наставлений. И правда, как мамочка. Юнги улыбается еще раз, шире, честнее, и запихивает мобильник в карман. Море пьянит. За вечер он так и не решается сократить расстояние до минимума, запустить пальцы в волны, хотя уверен, что вода потрясающе теплая. Всего понемногу. Он сидит на веранде до самой темноты, вглядываясь в идеально ровную линию горизонта, а потом еще немного после. Все не верится. Планирует утром сразу, как проснется, дойти все-таки до кромки воды. Но ну, в самый последний момент передумывает. Докуривает, тушит сигарету о край привезенной с собой пепельницы и направляется в противоположную сторону город, решив для начала разжиться едой и всем необходимым для полноценного отпуска. Долго блуждает по единственному на всю округу супермаркету, заполняет дребезжащую тележку, на какое-то время зависает в отделе с выпивкой, растерянно разглядывая незнакомые этикетки, находит одну знакомую, успокаивается. Даже в этом забытом богом месте и есть виски. Не все потеряно. Одинаково загорелые и улыбчивые местные жители смотрят на него, как на невиданную зверушку. Тычут пальцами. Смотри-ка, какой расфуфыренный в галстуке и кожаных ботинках. Юнги криво улыбается в ответ и чувствует себя максимально неловко. Никакой одежды на отпуск у него нет. Надо бы купить и ее тоже, но рук у него всего две. Те самые, которые тянут к земле тяжеленные пакеты с едой. Одежда подождет. Он возвращается домой к полудню, нагруженный покупками. Возится с ними несколько часов к ряду, расставляя по полкам, разглядывая каждую с таким недоверием, будто не сам все это набрал, а нашел под дверью. Из распахнутого окна доносится почти обиженный шепот моря. «Ты уже сутки здесь!» и ни разу не подошел ко мне близко. Юнги понимает, что просто оттягивает неизбежное, но решиться пока не получается. Максимум, на что его хватает, после ужина устроиться на песке с бутылкой и сигаретами. Юнги не любит торопиться. А это тот самый случай, когда торопиться вообще ни в коем случае нельзя. Море не любит поспешных решений. Юнги разглядывает редкие камушки на побережье, кособокие пальмы, огоньки поселка, занявшего берег немного левее от его дома. Красота! Виски обжигает горло, падает куда-то вниз раскаленным булыжником и распускается огненным цветком, подпирая лепестками легкие. Дыхание перехватывает. Юнги затягивается, хмыкает, когда внутренности попускает. Бордовый закат над морем, сквозь толстое бутылочное стекло, похож на психоделическую картину неизвестного, но крайне талантливого художника. И он гиба, такую непременно купил. Повесил бы дома и вспоминал, вспоминал. Он фотографирует море на телефон и отправляет Сакджину в какао -ток. Пусть обзавидуется. Утром он почти решается. Голова после вчерашнего возлияния ноет противно. Горло сушит. В таком состоянии Юнги злой и способен на подвиги. Он по привычке застегивает рубашку на все пуговицы, с трудом отказывается от галстука и плетется к воде босиком, погружая бледные ступни в песок, чуть ли не по щеколотку. Песок царапается, но не больно. Ничего вокруг не желает Юнги навредить. Он доходит почти до самой кромки, где светло-желтый, почти белый берег превращается в серый и мокрый. Почти доходит. Усаживается неподалеку, снова смотрит, снова смотрит. «Это же море, чувак!» — раздается в голове сердитое, почему-то голосом Сагджина. «В нем нужно купаться!» Юнги прекрасно понимает это, но не может сдвинуться. Или уже давно сдвинулся. Если подумать, он в этой ситуации похож на ребенка, который воспрашивал приставку на Рождество несколько лет подряд. И вот сейчас она стоит перед ним, перевязанная красной ленточкой. Но Юнги взрослый и точно знает, что ожидание гораздо круче обладания. Поэтому стоит ему погрузиться в воду, нырнуть и выплыть на поверхность, как вместе с восторгом в душу закрадывается разочарование. Ему больше не захочется моря, потому что море у него уже будет. Он валится спиной на песок, пялится в безоблачное небо, ясное, как глаза младенца, и дышит полной грудью, запоминает запах, звуки, цвета. Это ему пригодится, когда он вернется в серый, покрытый трещинами дорог Сеул. Волны плещутся ласково у его ног, шуршат о чем-то своем, зовут. Юнги садится снова — решаясь, наконец. И всю решимость тут же как ветром сносит. Не до этого немного. Юнги в детстве читали сказки о русалках, о всяких морских богах, например. Но ни того, ни другого он не видел вживую ни разу. До сегодняшнего дня. Но выглядит неплохо. Юнги достает еще одну сигарету, стараясь успокоиться, а человек, неторопливо выходящий из воды на берег, Смотрит на него в упор, морщится от солнца и улыбается широко, как на рекламных плакатах. Добро пожаловать в Таиланд, как бы говорит его улыбка. Юнги почти готов услышать это, когда парень приближается, оставляя на песке мокрые следы, завораживающие медленно распахиваются пухлые красивые губы. Нехорошо сигареты в песок закапывать. Юнги давится вздохом откашливается хрипло и хмурится, вспомнив, что он вообще-то не верит в сказки, в русалка и все такое прочее. А парень с рекламного плаката мог бы быть и повежливее с гостем своей страны. Впрочем, тут же спохватывается Юнги, слишком уж чистый корейский для жителя Таиланда. «Твое какое дело!» — интересуется он и тут же неходя объясняет. «Я не закапываю, я складываю». Уходить буду с собой заберу. Парень наклоняет голову на бок, как любопытная дворняга. Улыбается снова. Кончики его мокрых волос облепляют лоб, пятнают каплями загорелые широкие плечи. Хоть сейчас на плакат, серьезно. И он гит, таких еще не видел. Это, вероятно, теплое южное солнце делает из людей богоподобных существ. Вылепляет заново, обтачивает со всех сторон, покрывает позолотый загара. Юнги разглядывает свои бледные запястья, ступни с голубоватыми венками и чувствует что-то очень похожее на зависть. Это круто тогда, хвалит парень. Ты молодец. И тут же сменяет тему. В рубашке не жарко. Юнги снова не прочь уточнить. Как это касается его, но передумывает. Видимо, то же самое солнце, что слепило вот это, стоящее перед ним, делает людей добрее. По крайней мере, хамить Юнги не хочется. Да и лениво немного. — Не жарко. — А я купался. — хвастается парень и кивает через плечо на море. — Водичка обалденная. Не хочешь? Юнги прослеживает его взгляд и без раздумий мотает головой. — Не сейчас. Раздеваться перед этим вот загорелым и улыбчивым он точно не будет. И вообще, какого хрена он все еще здесь? С окурками вроде как выяснили, никто никому не мешает. Береговая охрана может спать спокойно. Осталось только донести эту мысль до любопытствующих и... и попытаться избавиться от компании. Парень шлепается задницей в песок рядом с юнги и снова растягивает губы в широченной улыбке. Как только рот не трескается. Юнги разглядывают его ноги с накачанными икрами, облепленные светлым песочком, рельефные плечи с ровно лежащим загаром, бирюзовые шорты, мокрые насквозь, скользит взглядом по красиво очерченной груди, кубиком пресса и отворачивается. Завидно до жути. Последний раз Юнги был в спортзале года два назад, и то по работе передавал документы зависавшему там клиенту. Из всех видов спорта Юнги уважает только баскетбол. Но даже на то, чтобы покидать мяч, банально не хватает времени. Не хватало. Пока Юнги не взял со скандалом отпуск за свой счет и не сорвался в первые в жизни путешествия. Недавно приехал, интересуется парень. И совершенно внезапно ведет ладонью по шее Юнги. Личная зона чувак орет все внутри Юнги. Личная зона. А Юнги отодвигается, отталкивает чужую руку и включает свой любимый убийственный взгляд. У загорелого наглеца к таким явный иммунитет. Такой бледный, восхищается он, нисколько не обижаясь, и снова меняет тему. Меня Чимин зовут, а тебя? А я сам прихожу. Сердито огрызается Юнги и поднимается. Самое время вернуться в дом, достать планшет и проверить почту. И было бы здорово, если бы этот Чимин свалил куда-нибудь в противоположном направлении. Я в поселке там на берегу живу, кричит ему вслед Чемин. Юнги равнодушно пожимает плечами и целеустремленно топает вперед, сжимая в кулаке останки скуренных сигарет. Обещал же выкинуть. Море обиженно шипит в спину. Вообще Юнги немного раздражен. Он испытывает ту самую досаду, через которую проходят все туристы, посещающие чужую страну. Он надеялся не встретить здесь ни одного соотечественника. Специально забрался в глушь, но во второй же день до него докапывается некто с типично корейским именем и потрясающий ровным коричневым загаром. Сак Джону бы такое понравилось. Он бы назвал это судьбой. Юнги хмыкает презрительно, поднимаясь на крыльцо. Возится с ключами, копается в сумке, выуживая на свет божий черный, затертый по углам планшет. Планшет — это связь с той, другой жизнью. Юнги чувствует ее дыхание, идущее от биржевых сводок и официальных писем, пачками пылящихся на его рабочей почте. Он из вредности не открывает их но от листания новостной ленты фирмы отказаться не может. Чёртово давление цивилизации и типичный корейский трудоголизм. В итоге на следующее утро, вместо того, чтобы попробовать все таки окунуть свои бренные мощи волны теплого Андаманского моря, он устраивается на веранде, обложившись притащенными с собой документами. глотает остывший кофе, с тоской всматриваясь в береговую линию. Потом перестает. Больно уж интересная статистика попадается. Это его губит. Офигеть, Хён, какой-то занятой, восклицает прямо в ухо. Юнги едва не отдает Богу душу. Внешне это выглядит, как крайняя степень раздражения, граничащая со взрывом. Чемин нависает над ним, едва не задевая подбородком плечо, и смотрит с таким восхищением, будто понимает что-то в мелкоисписанных таблицах и графиках. Юнги считает мысленно до десяти, более-менее успокаивается и только после этого поворачивает голову на звук. Близость немного смущает. Чемины, видимо, немного. Он вспыхивает почти незаметно благодаря загару и отодвигается на приличное расстояние. Уже оттуда задавая новый вопрос. Он ты крутой бизнесмен Юнгехен. Я не говорил свое имя, хмурится Юнгет, двигая прочитанные договоры о поставках. По лицу Чимина расползается хитрая самодовольная улыбка, а его палец уверенно указывает на экран планшета, который целиком занимает официальное уведомление из отдела кадров. Зато я умею читать. Но хоть что-то. — хмыкает Юнги. «Почитай свод правил, приличия и учебник по этикету». Ему не очень-то хочется хамить малознакомому вроде как симпатичному парню. Но малознакомые симпатичные парни всегда немного напрягали. Слишком уж они открытые и общительные, а особенно и этот. Юнги цепляется взглядом за тыльную сторону чиминовой ладони, обклеенную песком и снова с завистью понимает, что тот только что вылез из воды или загорал, пока другие тут работали. Впрочем, Юнги сам откладывает водные процедуры и изменяет им с работы, так что злиться на Чимина нет никакого смысла. «Скажи, Юнги хён, подает голос Чимин, — ты котик?» Юнги едва не давится кофе, ставит чашку на стол от греха подальше — и максимально выразительно поднимает бровь. Чеммин усаживается прямо на пол веранды, игнорируя свободный стол, и поясняет с легкой полуулыбкой. У котиков девять жизней, и они могут себе позволить одну потратить на скучные бумажки с цифрами. Юнги вздыхает обреченно и выключает планшет. Нет, Чимин, делает он ударение на последнем слове. Я не котик. И, наверное, впервые в жизни об этом жалеет. Клево было бы зашипеть, прижав в голове уши, и спрятаться под веранду. Тимин улыбается шире и пожимает плечами. — Тогда чего ты ждешь? Юнги чуть не захлебывается, когда внезапно подкравшаяся волна коварно сбивает его с ног. Но вода потрясающе теплая. И смех Чимина такой заразительный и искренний, что злость дает осечку. Юнги ложится на спину, позволяя морю качать себя в объятиях. Смотрит прямо в небо, часто-часто моргая, и чувствует, как все графики и таблицы растворяются в голове, уступая место успокаивающему шепоту волн. Жизнь не такое уж и дерьмо, когда под тобой полтора метра соленой воды и песчаное рыхлое дно. Чимин подплывает ближе и ложится рядом, едва касаясь пальцами запястья юнги. «Круто!» — спрашивает. «Как будто может быть иначе». Юнги жмурится от солнца, бьющего прямо в глаза, и мягко улыбается. «Круто! Очень круто!» «Ты надолго приехал, Хён?» — дергает его за руку Чимин, вырывая из блаженной неги. Юнги хотелось бы ответить, что навсегда — но обратный билет уже ждет на дне сумки. Впрочем, навсегда было бы, наверное, скучно. — На две недели, — признается он еле слышно. И кажется, что он на какой-то миг лицо Чимина искажается гримасой неодобрения. Хотя, может, и не кажется. Ну, — Понятно. Выдыхает он и ныряет, чтобы через несколько секунд утянуть юнги на дно. И, наверное, это была какая-то метафора. Потому что юнги продолжает медленно опускаться на дно, даже после того, как они выползают на берег и разваливаются на песке, тяжело дыша. У него в голове топ 10 самых неловких моментов. И на первом месте тот, в котором чимин обхватывает его бедра ногами, пытаясь показать какой-то, прости, господи, фокус. Это было кошмарнее всего. И наименее объяснимо. Хотя до юнги медленно, но все же доходит. Он поворачивает голову к Чимину и тут же натыкается на внимательный взгляд из подслипшихся от воды ресниц. Ты что, заигрываешь со мной, что ли? озвучивает свои догадки Юнги. И тут же сам едва не краснеет от того, как нервно Чимин облизывается и смаргивает. Не то, чтобы его привлекали парни. Ладно, не то чтобы его привлекали только парни, но курортный роман. Серьезно? Не заинтересован, мотает головой Юнги, не дождавшись ответа. Ему, наверное, просто кажется, что солнце немного тускнеет. А может, а это от того, что Чимин перестает улыбаться? Неловко. Юнги поднимается, пытаясь отряхнуть бедра от налипшего песка. Получается, не очень. Тимин, застывший в расслабленной позе, кажется детально продуманной статуей. Темные волосы зачесаны назад, постоянно просеивает их пальцами. Согнутые локти, красивые плечи с идеальной мускулатурой. Изогнутая линия спины. Юнги трясет головой, роняя с волос тяжелые соленые капли. Одна попадает на живот Чимина. Он вздрагивает, будто выходя из глубокого анабиоза, хлопает ресницами. Юнги прослеживает путь капли. Застревает на резинке шорт и разворачивается достаточно резко для того, чтобы его чуть повело в сторону. Песок вылизывает ступни, пока он целеустремленно движется к своему дому. Нахрен это все. На курортный роман он не подписывался. К вечеру погода портится. По крыше веранды отстукивает мелкий противный дождь. Небо темнеет ощутимо, и Юнги сидит в полумраке, щелкая кнопками ноутбука. Да, у него с собой еще и ноутбук. Довольно сложно оторваться от работы и необходимых девайсов, когда они составляют важную часть твоей жизни. Он набирает сакджина. джина, мрачная погода навевает тоску. Но тот не берет трубку. Может быть, стоит вернуться в Сеул? Юнги наблюдает за беспокойным почерневшим морем и понимает, что в принципе никакого ожидаемого разочарования нет. Он, конечно, искупался и закрыл Гельштадт, но море — это море. Его слишком много не бывает. Когда мелкая морость переходит в полноценный ливень, Тимин сбегает по крыльцу и трясет головой, разбрасывая вокруг сверкающие капли. Меланхолия и общая усталость не позволяют Юнги удивиться его приходу, хоть он и думал, что после не заинтересован, а загорелом собеседнике можно забыть. У тебя что? Одежды другой нет, Хён. Улыбается Чимин, подбираясь ближе. И по традиции, когда это успело стать традицией, усаживается на пол. Юнги осматривает свою неизменную рубашку. Изрядно помятую за несколько дней пребывания в Таиланде брюки и строгие черные носки. А потом переводит взгляд на Чимина. Чимин укутан в плотную черную толстовку с огромным капюшоном а джинсы на его коленях порезаны по последней моде. Два абсолютно разных мира. Окей. Допустим. Осторожно кивает Юнги и снова возвращается взглядом к виднеющимся в прорезях коленям. Сам порезал. Видел здесь дизайнерские бутики, хмыкает Чемин. И цепляет его за штанину, тягая из стороны в сторону. Пойдем погуляем. Порывистый ветер закидывает на веранду целый рой мелких брызг. Юнги стряхивает их вместе с Чининовой ладонью и уточняет на всякий случай. — Ты погоду видел? — Видел, — соглашается Чимин. — Как-то же я до тебя добрался. — Это уже неплохое начало. Чимин хотя бы осознает себя в окружающем пространстве. Юнги снова проезжается взглядом по небу с каждой минутой череднеющему все больше. Хотя еще какой-то миг назад казалось, что больше просто некуда. Он, конечно, любит гулять, засунув наушники в уши, ночью по пустым улицам, но не в ливень, сметающий все на своем пути. Клекот капель по пальмовым листьям становится громче, как бы соглашаясь с его мнением. Наверное, будь их воля, пальмы в такую погоду тоже на улицу не высунулись бы. Это же чисто стихия. Хён с маньячным блеском в глазах настаивает Чемин. Ее надо почувствовать. Я чувствую, чувствую, соглашается Юнги. Сагжин как-то рассказывала ему, как столкнулся на улице с психом, облившим его кофе. И выкрутился только за счет того, что совсем и на все соглашался. Кивал и улыбался. Потом, правда, ему пришлось с этим психом пойти на свидание. Но Юнги очень надеется, что его эта участь минует. Или нет, не надеется. Чемин на фоне бушующей стихии выглядит очень убедительным. Очень психом и очень. Юнги встряхивает головой и заканчивает почти потерянную мысль. «Ну, можно я буду чувствовать ее здесь, под крышей?» Под крышей не тохи он, выдыхает разочарованно Чемин, оказываясь неожиданно близко. Юнги заглядывает в его глаза, надеясь обнаружить там хоть какие-то зачатки разума. Но в них только блестящая поверхность морской глади. Чемин, наверное, все-таки какое-то божество или типа того. Очень уж высока в нем концентрация всего того, что происходит за хлипким ограждением веранды, в небе и на море. Мне нечего надеть, достает Юнги из рукава последний заныканный козырь. Тюмин как-то совсем недобро улыбается и кивает. Я заметил и взял тебе толстовку. Но вместо того, чтобы залезть в рюкзак, стаскивает ее с себя. Нагрел на для тебя, улыбается. Надевай. В чужой одежде Юнги чувствует себя отвратительно жалким. Темин одного роста с ним и примерно той же комплекции, но толстовка подозрительно здоровая, стекает с плеч просто бесконечным каким-то потоком ткани, а в капюшоне, наверное, при большом желании можно жить. А еще от нее пахнет. Непонятно как, потому что дождь вокруг мокро и ветрено, но все равно пахнет морем, ветром, Темином. Юнги плетется за ним непроизвольно цепляясь за чужую крепкую руку, и старается сквозь громкий шепот дождя разобрать хоть слово. Почувствует и крутоту, он доносится до него резко, когда ветер на секунду стихает. И Юнги чувствует. Чувствует холод, пробирающий до костей, контрастом чужое тепло, обжигающий ладонь. Он кутается в толстовку, как в плащ дождевик, но какой бы плотной ни была ткань, она все равно намокает. Юнги почти готов заболеть и бездарно потратить оставшийся отпуск на лечение. Когда Чемин затаскивает его под очередную пальму и хватает за плечи, разворачивая к морю. Под несколькими слоями широких пальмовых листьев не так мокро и почти уютно. Юнги смотрит вперед, куда просит, и видит море огромную, беснующуюся зверюгу, прекрасную в своем безумии, неустрашимую, сумасшедшую и бескрайнюю, необъятную, чтобы ее стихию. Осознание ее величия пробирает до костей. Где-то там, за кромкой горизонта, тонули и продолжают тонуть корабли. Жалкие лочонки по сравнению со всем, что творится вокруг. Утлые суденушки — Юнги съеживается под натиском сокрушительной истины, неосознанно подается назад и сжимает тюминовые руки больше от ужаса, нежели от каких-то там других соображений. Море безжалостно набрасывается на берег, силясь добраться до них. Рокочет сердито, вгрызается в набухший и потемневший до черноты песок. Но все, что ему удается, это внушить Юнги какой-то почти первобытный ужас. Берег, как последний оплот, незыблемый и твердый. Юнги оглядывается на Чимина и скорее ощущает, чем осознает, насколько у него сейчас безумный взгляд. «Круто, да!» — восхищенно вздыхает Чимин и тут же заливисто смеется. «Хюн, у тебя глаза просто бешеные!» «Просто бешеные!» Юнги согласен. Он цепляется за ворот Чиминовой толстовки, Второй, который он все-таки притащил в рюкзаке. И притягивает его ближе, заглядывая не в глаза, но в душу. Там внутри клокочет то же самое море, только шире и необъятнее. Небо на горизонте расцвечивает косым пробором молнии. Воздух вокруг содрогается от грохота, а растеченный надвое мир стонет протяжно и глухо. Это какой-то пиздец. Не бойся. — улыбается Чимин. От его дыхания щекотно где-то внутри. Юнги всего встряхивает и тут же попускает. Он не боится, он в восторге. В его офисе в Сеуле не бывает штормов из свихнувшейся природы, а все, что сыплется с неба, можно легко переждать за стеклом, задумчиво разглядывая утопающий во мраке город. Здесь другое, совсем другое. Это же круто. Голос Чимина ломается с хрустом, переходит в шепот. Я так люблю такое. Юнги не очень понимает, какое такое, но тоже, кажется, любит. Он продолжает сжимать ворот Чиминовой толстовки, жадно вглядываясь в его лицо. Когда оно, это удивительное лицо, становится ближе и интересуется почти буднично. «Ты был на рынке», забывая про надлежащий Хюн. «Я был в супермаркете», — признается Юнги. Смех Чимину смешивается с громом, переплетается с ним, поразительно гармонируя. «Нет, это не то. Здесь совершенно потрясающий рынок», — говорит Чимин. «Здесь совершенно потрясающий ты», — думает Юнги. Но ну, сходить на рынок соглашается на что только не согласишься в экстремальных условиях. Они выбираются из-под спасительного листа только через час лишним, когда ливень превращается обратно в легкую морось. — Не надейся, Хион, это еще не конец, — многозначительно поигрывает бровями Чемин и указывает на небо. — Скоро снова ливанет. Майонги не надеется. — он вообще-то в этот момент как раз страшно злится на себя за то, что поддался эмоциям и едва не решился на всякое. Нет, нет, курортные романы — это херня полная. Юнги слишком взрослые и умные для такого. Несмотря на это, он еле сдерживается, чтобы не предложить Чимину остаться, когда они поднимутся на веранду. Что-нибудь вроде сердитого «Ты же снова намокнешь, придурок!» и полотенце, брошенное в лицо. Сдерживается все-таки. Тимин отступает, спиной врезаясь в стену, вновь набирающего силу дождя. Улыбается немного грустно и сообщает. — Меня завтра-послезавтра не будет, — и, не увидев никакой реакции, торопливо обещает, — но потом мы обязательно сходим на рынок, он крутой, тебе понравится. Юнги уже не нравится многое. Чемин, конечно, не нанимался быть его бессменным гидом. Но что значит не будет? Юнги это не устраивает. Он даже почти готов об этом сказать, когда Чемин растворяется в сумерках смешанных с дождем. И оттуда кричит. Увидимся, Хион! Толстовка! Напоминает запоздала Юнги. Но в ответ только завывает ветер как бы этого придурка в море не унесло. То самое, откуда он вылез. Чемина нет не два дня, а целых три. И идти его искать в поселок Юнги мешает только природная вредность, гордость и лень. Он мается от безделия целыми днями, купается в одиночестве. И вот оно, раздражение, разочарование, привет. Море все-таки может надоесть. Чертов Чимин поселил в Юнги что-то такое отвратительно жалкое, настаивающее на том, что без него неинтересно. Вообще ни хрена. Ни море, ни пляж, ни долбанные пальмы. Пальмы особенно. Разбавляет уныние апатию Сахджин, внезапно решивший поболтать. «Привет, Юнги!» Очень вежливо начинает он, быстро оттаратуривает. «Как сам, надеюсь, у тебя все хорошо». И тут же переходит, видимо, к основной цели звонка. Помнишь сумасшедшего чувака, облившего меня кофе? Юнги хмыкает, что означает, сложно такое забыть, и переворачивается на спину. Загорать, оказывается, круто, особенно если ты лежишь на веранде собственного дома, на берегу моря, потягивая коктейль. И в тени. Главное, в тени. Еще не хватало обгореть и облизать потом как результат неудачного эксперимента с реактивами. Тень решает. — Он постоянно мне названивает, — жалуется Сакджин после продолжительной паузы, которую Юнги заполнял равнодушным сопением. — Никак от него не отделаться. У Юнги перед глазами влажные чеминовые волосы, замерзшие красные уши и капли, сбегающие ручьем в ямку между ключиц. Не отделаться, да. Это проблема. Откуда у него твой номер? Интересуется Юнги, просто чтобы поддержать разговор. Ну, я дал. Вздыхает Сакджин, так будто разочарован в Юнги и его умственных способностях. Ну да, конечно. Это же логично. Откуда же ему еще было взять номер? Хион, повторяет тяжелый вздох Юнги. Ты такой гей. Чего тебе не нравится тогда, если ты сам дал свой номер? Ломаешься, как не знаю кто. Хм, я надеялся, что теплое солнышко и песочек сделают из тебя человека, печалится Сакджин. О, нет, все напрасно. Ты такой же зас... Хион Роуминг, напоминает Юнги и обещает. Я пришлю тебе смс-ку. Нет, на самом деле не пришлет. Вместо этого и даже вместо того, чтобы вновь углубиться в документацию, он сползает ближе к вечеру с насиженного места и плетется в сторону поселка. Просто так, прогуляться. Поселки шумные и весело, одинаково загорелые люди, отдаленно похожие на Чимина. Вообще все, даже старики и дети, господи, голдят без остановки, даже когда пытаются перешептываться, тыкая в юнги пальцем чертовы плебеи. Он добирается до рынка, про который рассказывал Чимин, но не заходит. Договорились же, что сходят вместе. Зато находит какое-то подобие кафешки и устраивается под навесом, охлаждая руки о а ледяные бока стакана с соком. Ну, хорошо. Просто прекрасно. Несмотря на то, что рубашка тонкая и светлая, в ней все равно ужасно жарко. И после недолгих раздумий Юнги все-таки уговаривает себя зайти в магазин одежды. Он тащит новенькие пакеты до самого дома, так и не решившись переодеться. Делает крюк, посетив приглянувшийся супермаркет. Движется максимально медленно, оттягивая момент возвращения. И зря. Тимин валяется в его кресле, накинув на плечи пиджак и с умным видом пялится в свой телефон, время от времени ругаясь сквозь зубы. У его ног отдыхает от переездов объемная дорожная сумка. Юнги дает себе немного времени, чтобы понаблюдать и понять, от чего именно под ребрами расползается приятное чувство, до ужаса напоминающее нежность. Тимин взмахивает свободной рукой, выражая всю скорбь мира. Выключает мобильник и поднимает голову, натыкаясь взглядом на Юнги, расплывшегося в дебильной ухмылке. Ухмылку эту Юнги замечает не сразу. А когда замечает, тут же стирается с лица. Нефиг тут. «Это мой пиджак?» — будничным тоном уточняет он. «Как будто есть какие-то другие варианты». «Ага, он». Легко соглашается Тимин и поводит плечами. «Прохладно немного», Юнги практически уверен, что если сейчас поставить на песок сковородку с разбитым яйцом, и из него получится чудесная плюющаяся маслом яичница. Но ну, спорить даже не собирается. Подумаешь, Тюмин за каким-то хреном напялил его пиджак и выглядит одновременно нелепо и потрясающе. Фу, подумаешь. Неловкая пауза затягивается. Юнги ставит на пол пакеты с покупками, шагает вперед и замирает, не очень понимая, что собирается делать. Тимин моргает и подается вперед, вылезая из кресла. Воздух вокруг только что не искрит. Хион, выдыхает Тимин, подступая ближе. Пойдем на свидание. Где-то над морем шуршит подбирающаяся побережье туча. Шелестит дождевыми юбками, ворчит громом. «Куда?» — переспрашивает зачем-то Юнги. «На рынок», — исправляется поспешно Чимин. «Пойдем на рынок. Я только домой забегу переодеться, а то я сразу...» Он запинается, пряча окончании фразы, сглатывает, обходит Юнги с такой осторожностью, будто вот-вот цапнет. «Сразу что?» — помогает ему Юнги. Общий уровень неловкости и напряжения поднимается до критической отметки. Сразу глупо хихикает Чимин и отступает, едва не наворачиваясь со ступенек. Юнгин наблюдает, как уменьшается и исчезает вдалеке его несущаяся по берегу фигура и вдыхает полной грудью. Кажется, будет гроза, это тоже метафора. Мысль о том, что Чимин сразу после приезда кинулся к нему, обжигает нутро и возвращает дурацкую ухмылку на прежнее место. Гроза обходит их стороной, задевая проливным подолом. Юнги наблюдает за ней в окно, сидя на краю кровати в полном облачении. Клетчатая рубашка и легкие шорты ощущаются как-то непривычно. Все-таки он отвык от обычной одежды за время работы в режиме нон-стоп. В окно бьются упругие капли, усыпляют монотонной дробью. «Наверное, стоит надеть куртку», — думает Юнги. Но когда все-таки собирается это сделать, к стоку капель примешивается еще и стока в дверь. Нинастия за окном стихает. В наступившей тишине отчетливо слышно сердцебиение. Тимин переступает с ноги на ногу и неловко улыбается. «Блин, серьезно!» На нем строгая белая рубашка с закатанными рукавами, отглаженные брюки, черный галстук невыражение выражение максимального смущения на все лицо. Мы местами поменялись, да? Юнги хочет ответить, что да, поменялись. Но все цензурные слова выветрились из головы от его вида. Галстук? Нет, правда, господи! Глевая рубашка, Хён, замечает Тимин и тянется к нему. Рад, что ты наконец-то вылез со своего костюма. Вылез, повторяет на автомате Юнги и шагает вперед, сокращая расстояние. Ворот рубашки мнется в Чиминновых пальцах. Юнги на секунду теряется, перестает дышать. Воздух такой плотный, что от него нужно отталкиваться, чтобы двигаться. Погода не очень для походов на рынок, да? Улыбается осторожно Чемин. И не отступает позволяя Юнги подойти вплотную. «Я в Таиланде загорать вообще-то собрался», — хрипло отзывается Юнги. «Купаться еще?» «Дурацкий Таиланд!» «Почему ты приехал в сезон дождей?» Тимин вздрагивает, когда пальцы Юнги сжимаются на его плече, но ну, прямо продолжает светскую беседу. «Когда прижал, тогда и приехал», — вяло огрызается Юнги. Хорошо же тебя прижал, Хён. Вот это вот Хён получается у него каким-то уж очень мягким и увесистым. Мозг Юнги растекается черепной коробке, плещется вяло от стенки к стенке. Это все солнце, теплое, тропическое, думает Юнги, неосознанно поглаживая большим пальцем Чиминову ключицу. Чертово солнце. Разморило, ведет куда-то. Дождь снова становится сильнее как бы намекая, что сейчас не время для тупых отмазок, и в сезон дождей ни о каком солнце можно не думать. Чемин откидывает голову назад. Юнги скользит пальцами по выступающему кадыку, цепляется за ворот рубашки, ослабляя галстук. Может, с трудом выдыхает Чимин, может, просто погуляем, хорошая погода. Он захлебывается словами, когда ладонь юнги проходится по линии челюсти и задевает кончиками пальцев сережку в ухе. Давится предложением, сглатывает глухо и заканчивает отрывисто. «Для прогулок». Юнги зачарованно наблюдает за его ртом, выпускающим слова наружу. Облизывает пересохшие губы и заторможенно кивает. «Прогулки. Замечательно». Нужно держаться подальше от дома, в котором есть кровать, раз уж он решил не увлекаться курортными романами. Нужно держаться подальше от любых горизонтальных поверхностей. И от чимина тоже. И охладиться. Было бы здорово немного охладиться. Идем, решает он, резко отступая и обходя чимина по широкой дуге. Держаться дальше. Как можно дальше. Чемин глубоко вдыхает, закрыв глаза. А когда выдыхает, на его лицо выплывает привычная шкодливая улыбка. Промокнешь же хион, кто бы говорил, отбивается Юнги и шагает в дождь. Охладиться здорово, просто замечательно. Они бредут по берегу, как парочка отбившихся от стаи зомби медленно переставляя ноги и глядя строго перед собой. Смотреть на друг на друга — страшная ошибка, которую лучше не допускать. Юнги упирается взглядом в берег, размытый дождем до цвета моря. Пересчитывает камушки, попадающиеся под ноги. Занимает голову чем угодно, лишь бы не думать. Это самая напряженная и тяжелая прогулка в его жизни. Рубашка намокает в первые же минуты. Футболка с белыми буквами неприятно липнет к телу. В ней столько воды, что Юнги практически уверен. С ними он и ее буквы останутся на груди, печатавшись намертво. Жар постепенно спадает, уступая место легкому ознобу. Купленные в магазине сандали остаются в доме, небрежно сваленные у порога. Юнги загребает пальцами еле теплый песок, и на удивление не испытывает никакого дискомфорта, как пещерный человек, чтоб его. Пробудь он здесь еще несколько месяцев, ассимилирует окончательно. Тюмин плетется следом, шаг в шаг, и Йонги все-таки зря, очень зря смотрит в его сторону. Тюмин в этой рубашке, как море, залитое в пакет. Любая попытка придать какую-то другую форму оканчивается провалом. Насквозь мокрая ткань, практически прозрачная, как вторая кожа. Не скрывает, а усиливает эффект от увиденного. Юнги закашливается, наткнувшись взглядом на отчетливо проступающие соски. И зачем-то уточняет. «Ты майку под рубашку не надел, да?» хм. «А надо?» Тимин, явно обрадованный концом затянувшегося молчания, подходит ближе, задевая Юнги плечом. Я не то, что очень часто ношу рубашки. Ну да, ну да, южные дитя. Откуда только взялся такой? Юнги пожимает плечами, проглатывая, готовое сорваться с языка, слава богу, и копается в карманах, выуживая оттуда пачку сигарет. Бывают такие экстремальные ситуации. сигареты не спасают, не успокаивают вообще. И кажется, это одна из них. А Юнге абсолютно неспокоен. Его расшатанные нервы вибрируют от каждой упавшей с неба капли, будто бы подползли ближе к поверхности. Проступили сквозь кожу. И даже неловкое касание Чемина отзывается во всем теле легкой судорогой. А Юнги отступает в сторону. Дышит по счету и затягивается так нервно, как не затягивался даже после продолжительных разгромных совещаний. Сигарета мокнет под дождем, разбухает, гаснет. А он все продолжает теребить ее в пальцах, не решаясь выкинуть. Хм, да и дай теперь, хмыкает Чимин, замечая его муки, и спотыкается, словив нечитаемый, но очень интенсивный взгляд. Мелкий засранец. Юнги демонстративно расслабляет пальцы, позволяя окурку упасть в песок, и втаптывает его голой пяткой, вызывая негодующее. Хион, ты же обещал. Не помню такого. Пожимает плечами Юнги и едва не падает, когда в плечо прилетает легкий тычок. Держитесь, нервы. Он отпихивает Чимина от себя, увеличивая расстояние, и тут же дергает обратно, вцепившись в ткань. Рубашка с хрустом отплевывается пуговицей. Взгляд у Чимина становится обиженным и многообещающим. «Я только вчера ее купил», с его ресниц срывается капля и скользит по щеке. Тетка-то в дождь. Мне так жаль. Бормочет юнги, притягивает его ближе. Сил никаких уже нет. Ну, правда. На вкус чемин как море, как ливень, как адово пекло. Юнги кусает его за нижнюю губу, вынуждая приоткрыть рот. Чемин вздрагивает, вцепляется в его бока, жмется ближе, будто боится, что откажут ноги. Небо за горизонтом раскатисто хохочет над ними. Клубится тучами, грозится все испортить. Ну куда уж теперь? Юнги пробирается пальцами под прилипшую к телу ткань и накрывает ладони бьющиеся в истерике тиминовое сердце. Оно легко ощущается через кожу, через ребра, мягко тычется в ладонь. Ну, правда. Курортные романы — это такой отстой. Хион шепчет Чимин и не договаривает. Смотрит в упор, будто прочитав чужие мысли. Юнги старательно выравнивает дыхание, слизывает осевший на губах дождь и качает головой. Нет, нет, нахрен. Ну, нет же. Домой. Кивает он в сторону, откуда они пришли. Мне надо домой. Еще заболеть не хватало. Чимин цепляется за его локоть, выпрямляясь, одергивает рубашку, морщится, обнаружив пробел на месте недостающей пуговицы. Трясет головой, рассыпая вокруг мелкие брызги. Хион зовет почти жалобно. Юнги целенаправленно топает к дому, стараясь не оглядываться. Ну зачем ему это? Зачем? Обратная дорога занимает совсем немного времени. Юнгис едва не срывается на бег, стараясь избежать, уклониться от всего происходящего. Чемин догоняет его только на веранде. Дышит тяжело, смотрит из-под лобья. Воды с него натекает столько, что вокруг блестящих новеньких ботинок образуется лужа. Юнги морщится, разглядывая его, качает головой и сообщает. «Сейчас полотенце принесу». В спину прилетает равнодушно сухое. Домой пойду, не надо полотенца. Юнги застывает, сморгивает, сжимает в пальцах мокрый насквозь подол рубашки и разворачивается ровно в тот момент, когда Чимин заносит ногу над ступенькой, чтобы сбежать. Ну-ка, стоять! Видимо, Чимину все-таки не стоит носить рубашки. Ему с ними не везет. Юнги краем уха улавливает стук очередной пуговицы по деревянному настилу и тянет сильнее. Заходит дальше, углубляя поцелуй. Он затаскивает Чемина в дом едва ли не волоком. Прикладывает к стенке, выбивая искры из глаз. Блин, он полегче. Шипит Чемин и тянется за следующим поцелуем. Стонет, выгибаясь, когда наглые пальцы юнги выправляют рубашку из штанов. Забираются под ремень, сжимает ягодицы. Бьется затылком о стену, закусив губу. Картинка, которую Юнги повесил по приезде, наклоняется и валится на пол. Нарисованный Таиланд опрокидывается вверх дном. Еще одна метафора. Юнги здесь ими, кажется, окружен. Он чувствует, как сам опрокидывается, подобно этой картинке. Как опрокидывается и переворачивается с ног на голову весь его спокойный отдых. Рассыпается на части – от одного хриплого чиминого дыхания, медом, растекающимся по плечу юнги. «У тебя же нету ничего, да?» — ухмыляется Чимин, проводя языком влажную дорожку по его уху. Юнги кривится сердито. А ремень Чиминовых брюк отказывается расстегиваться, приводя его в бешенство. Все-таки официальная одежда отстой. Вопрос Чимина застает его врасплох — но в суматохе он не находит ничего лучше, чем цыкнуть сквозь зубы. Толкнуть его на кровать и предложить. спровку предоставить. Чиминов смех немного сбивает с толку и охлаждает. Как и мокрая липкая одежда, сейчас только мешающая. Я имел в виду резинки, поясняет сквозь смех Чимин. Всякое такое. Хм. Останавливается Юнги. Ты брав. Плохая идея и поднимается, чтобы в следующую секунду рухнуть обратно на кровать. Тимин сжимает ногами его бедра, зыркает сердит и обещает. «Если ты сейчас свалишь, я тебя утоплю». Юнги уже тонет. Это море по имени Чимин затягивает его насмерть, уносит течением, болтает, как лодку в шторм. Он впивается в Чиминово распахнутые губы, пытаясь вдохнуть хоть так. Немного успокоиться, обрести почву под ногами, даже если это будет самое дно. С тебя капает, сообщает Тимин между делом. Юнгит трясет головой, осыпая его брызгами. Давит на плечи, вынуждая выпрямиться и замереть. Сейчас у него еще есть шанс остановиться. Вернуть все не получится, но не наделать еще больше глупостей вполне возможно. Отправить Тимина домой и остаться одному. Нажраться до потери пульса, позвониться к Джину. Уехать раньше, обменяв билет. Ворваться в родные каменные джунгли, спрятаться в своей квартире и пялиться на картинку Таиланда. Как раньше, с той же волчьей тоской. Тимин стаскивает с него рубашку, тянет через голову футболку и просит. «Не зависай, Хён, ты же на море. Здесь некогда зависать. В принципе, вернуться в Сеул... Изгрызть себя от досады Юнги всегда успеет. Тимин перекатывается, подминает его под себя и накрывает, как огромное цунами. Юнги ломается под его натиском. Барахтается, зовет на помощь, но получается только сдавленные стоны и шепот. Мало что способны изменить. Тимин раскрывается, как морская бездна. Затягивает воронкой на самое илистое дно. Туда где живут его внутренние глубоководные рыбы, полупрозрачные и жуткие. Юнги смотрит в Чиминово глаза и видит блеск их светящихся спин. Юнги приехал на море. Подошел к нему вплотную, а море скользнуло навстречу. Загорелое, жадное до да внимания, ненасытное и живое. И он, пожалуйста, просит море. А Юнги ну кто такой Юнги, чтобы отказывать? Юнги не очень любит просыпаться. И особенно не хочет делать этого сейчас. Есть небольшая, но все-таки вероятность, что вся эта жизнь с Таиландом ему просто приснилась. Он откроет глаза, а над головой будет серый скучный потолок его комнаты. Вокруг бардак после вчерашней пьянки, на стене та самая картинка, не дающая спокойно жить. И никакого Чимина. Чимин тычется лбом в плечо, бормочет во сне что-то про черепаху и закидывает на юнги сразу две конечности. Две конечности из четырех. Это успех. Даже если очень постараться, сложно представить, что все это юнги снится. Он осторожно открывает глаза и выползает из-под Чимина, Задерживаясь на краю кровати. Перевернутый Таиланд так валяется сиротливо у стены задником вверх. Юнги поднимает картинку, разглядывает бодрое из Таиланда с любовью, ухмыляется криво и поднимается. Действительно, с любовью. Он варит себе кофе на кухне, стараясь греметь потише, вываливается на веранду для традиционного утреннего перекора и. Хрен найдешь тебя с первого раза. Стаг Джин толкает его в плечо, приветствуя. Громыхает чемоданом опол с такой силой, что дом содрогается. Где-то в спальне наверняка ворочается один сонный чимин. Юнги прикуривает, стараясь скрыть разочарование. — Ну ты и забрался, злобный социопат. Я почти решился вешать по городу ориентировки. — он Роуминг, Напоминает юнги закатывая глаза. Я пришлю тебе смс. -ку. Но в этот раз не срабатывает. На Сакджине нет ни одной кнопки, нажатие которой отправило бы его обратно в Сеул. Можно, конечно, использовать почту и ящик для крупногабаритных грузов, но в этой дыре с такими запросами могут быть проблемы. «Ага», — мыкает Сакджин, — «конечно». Юнги пожимает плечами и валится в кресло, закидывая ноги на перила веранды. Он немного не проснулся еще, даже с кофе, поэтому соображает туговато и подольше. Вот, например, постороннего человека замечает только сейчас. Еще одного постороннего, если не считать Сакджина. — Это что такое? — не врубается он, указывая в нужном направлении сигареты. — Это ничто педантично поправляет Сак-Джин. А кто? Хотя иногда я сомневаюсь в этом. Это нам Джун. Это нам Джун поднимается на веранду и протягивает к Юнги свою граблю. В принципе, можно классифицировать как нападение на его кофе, а сломанную руку как допустимую самооборону. Но Юнги пока что добрый, разморенный хорошим сном и отличным вечерним сексом, а потому просто сжмет чужую ладонь, изучая новое действующее лицо. — У вас медовый месяц, что ли? — хмыкает он, затягиваясь. — Да, — говорит нам Джон. — Нет, — говорит Сакджин. — Хион, — говорит Чимин и чешет голый живот. — Ты чего так рано проснулся? Сакджин неопределенно хмыкает и впивается в Юнги внимательным взглядом. — Иронии в этом взгляде хоть ложкой ешь. Хион. <laughs> да такой гей, цитирует он, истекая сарказмом. Серьезно? Тимин, только заметивший гостей, широко улыбается, нисколько не смущаясь своей ноготы. И южное дитя, ага. Намджун вытаскивает из кармана сигареты и присоединяется к традиционному утреннему перекуру в полной тишине. Он ничего такое, свой парень. Свой парень лезет в воду, едва разувшись. Сакджин разваливается на покрывале, тиснутом из дома юнги, и наблюдает за ним сквозь огромные солнечные очки. Он похож на подружку главного героя, гламурную, сервозную телку, лезущую прямо в душу, как только представится возможность. Юнги почти готов ему об этом сообщить, но Чимин следует за Намджуном, входя в воду аккуратно, без брызг, отвлекает на себя внимание. В волнах мелькает его плечо, украшенное сливовой кляксой засоса. Твоя работа», — хмыкает Сагжин истолковав взгляд Юнги абсолютно верно. «И как оно?» Юнги молчит, занавесившись отросшей челкой. Вопрос Сагджина открывает ящик Пандоры у него в голове. «Как оно?» «Шумно, ярко, как в последний раз». Может, и в последний. Юнги наслышан о курортных романах и практически уверен. Тимин получил, что хотел. Тимин машет ему рукой, показываясь в паре метров от берега. Сакджин снова хмыкает. М -м, все серьезно? Что может быть серьезного в недельных отношениях? Юнги не понимает. У него виски крепче, чем такого рода связь. М -м, так как? Не отстает Сакджин. Привезешь из Таиланда не только магнитики. Юнги магнитиков не покупал и в целом планировал уехать, как приехал, налегке. Тем более, учитывая, как Тимин уверенно двигался к намеченной цели, ему в Сеул точно не надо. Не то чтобы Юнги всерьез задумывался над этим. Юнги вообще редко всерьез задумывается. Он откидывается на спину, заслоняясь от солнца рукой, и игнорирует Сагджиновы вопросы как игнорирует назойливых мух, как игнорирует назойливые мысли, живот обжигает россыпью капель. Юнги отводит в сторону ладони и сглатывает, почувствовав угрозу для психики. Тюмин возвышается над ним снова, как в первый раз, все такой же горячий, с мокрыми волосами и искрящимся взглядом из-под слипшихся ресниц. Хион улыбается личное проклятие Юнги. «Пойдем купаться». Сакджин, сука, снова хмыкает. Ну, вообще, почему бы не искупнуться? Все-таки это отпуск. Осталось меньше недели до его конца. И Юнги, к сожалению, все еще не котик, чтобы тратить драгоценные минуты на самокопание и выяснение причин. Этим можно заняться попозже. А можно и не заниматься. Все-таки курортные романы темы хороши, что можно вообще не думать, погружаясь в них головой, как в море. Тимин заливисто хохотит, окуная его в волны. Юнги ощущает горячие руки на пояснице и холодное сердце у себя внутри. По крайней мере, так думать проще. Если бы Сакджин мог побывать в его голове, он бы назвал Юнги трусливым гадом и был бы прав. Они уезжают через два часа в аэропорт. А через три Юнги будет уже в самолете — вместе со своими воспоминаниями и ворчливым Сакджином. Сакджин ворчит не переставая с тех пор, как в один из вечеров они выпили и прослушали краткую версию Юнги о случившемся. Так нельзя, говорит Сакджин, отставив в сторону пустой бокал. Ты что, не видишь, как он на тебя смотрит? Юнги видит. Слишком многое, чтобы не думать. Юнги видит даже сейчас когда Чимин сидит рядом, наблюдая за сборами, а между его бровей пролегает сердитая складка, знаменующая серьезный разговор. Но в конце концов это все еще море, Таиланд. Здесь нет места для серьезных разговоров. И для сожаления нет тоже. Юнги повторяет в голове два слова. Курортный роман. Бесчисленное количество раз. Но внутри все равно зудит что-то горькое, мерзкий привкус полуправды. Мы не сходили на рынок, нагрушает Чимин тяжелое молчание. Но ты же обещал. А Юнги может пообещать еще раз, но все это, в общем-то, ни к чему. Ага, соглашается он и добавляет мерзкое, глупое. Жаль. Вместо приятных воспоминаний он, кажется, привезет домой кучу ошибок и неправильно подобранных слов. Тимин не провожает его в аэропорт но долго стоит на дороге, глядя вслед удаляющейся машине. Юнги обещал себе не смотреть в зеркало, но все равно смотрит, не в силах оторвать глаз. Лето, море, пляж, все, что олицетворяет Чимин, остается позади. Ошибка, 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 на батом стучит в голове. Ему бы остановить машину, вывалиться наружу и бежать назад, сломя голову, совершать подвиги. Он слишком труслив для подвигов. Он не герой. Он обычный офисный работник. Обычный человек. Слишком сложный для простых решений. Хорошо долететь. Приходит смс с незнакомого номера, когда Юнги загружается в самолет. Хм, «Я дал», — отвечает на невысказанный вопрос Сакджин и пожимает плечами. «Чего вылупился? Должен же у него хотя бы твой номер остаться». Правда, больно режет по ушам. Да ведь сильнее, чем атмосфера при взлете. У Тимина есть его номер. И Юнги боится, что телефон будет постоянно разрываться от звонков и длинных писем. Но он молчит. Возможно, Юнги боялся именно этого. Курортные романы должны быть такими, думает он, заходя в здание своей компании впервые после отпуска. Короткими, яркими думает он, поднимаясь на лифте, как залп фейерверков. Перед глазами проносится первая совместная ночь, душная, наполненная стонами и запахами моря, что просачивался снаружи или исходил от Чимина. Юнги будто чует этот запах, и сейчас, едва вспомнив. И последующие ночи, когда Сакджин с Намджуном гуляли до рассвета по берегу, Чимин сжался, обнимал, трогал, как в первый и последний раз, будто уговаривая, умоляя о чем-то. На теле Юнги целая карта исследованных мест, память о прикосновениях. Чемин снится ему каждую чертову ночь. Смотрит укоризненно влажными глазами прямо в душу, а осуждающий молчит. Юнги не нужно это все, слишком сложно. Юнги нужно это все до безумия. Он пытается забыть, отодвинуть подальше, но в груди шуршит настойчивое, въевшееся под кожу море. Просит безмолвно. Вынуждает думать и анализировать, был ли ошибкой его отъезд. Был. Сакжин в трубке говорит, что не может решиться, что Намджун крутой, конечно, но... Юнги улыбается и спрашивает. Хюн, ты что, котик? И сердце скручивается узлом задевая ребра. Картинка из Таиланда с любовью лежит на самом дне сумки, лицом вниз. «Юнгиши!» — улыбается начальство Острозуба. «Рад, что вы вернулись. Зайдите в отдел кадров». Юнги заходит. А вечером заходит еще раз. А потом к Сакджину. «Я уволился», — говорит. Сагджин ухмыляется, понимающе. Амджун тоже». Видимо, медовый месяц увенчался успехом. Видимо, Сагджин, в отличие от некоторых, гораздо быстрее соображает и определяется. Юнги пишет. «Надеюсь, ты меня ждешь, когда сидит в самолете, но не отправляет. Он просто едет еще раз отдохнуть. Ему жизненно необходимо море. Он выходит на знакомые остановки, плетется к берегу и валится на песок, бросая рядом сумку с пожитками». Море шуршит немного укоризненно, но в целом миролюбиво. Пальма качается в такт шепоту волн. Здесь вполне себе можно жить. Даже нет, не так. Жить здесь нужно. Он сидит до вечера, разглядывая не столько береговую линию, сколько очертания поселка там, вдалеке, а потом поднимается. Раз, два, три, четыре, пять. Но я иду тебя искать, — хмыкает он, прикуривая. А потом садится обратно. Страшно очень. Вдруг не ждет. А вдруг уехал. Обгорелые останки сигарет копятся рядом с ним, выстраиваются патронами. Море тянется к нему плавниками волн, но не может достать. И он где снова не решается приблизиться. Однако теперь для важных решений времени предостаточно. Целая жизнь. В груди настойчиво и жалобно бьется взволнованное сердце. Песок послушно прогибается под пальцами, собираясь к кучке, приобретая форму. Одновременно с ним форму обретает чувство. Еще одна метафора. Юнге уже успел по ним соскучиться. Нехорошо сигареты в песок закапывать, сообщают сверху, когда он водружает окурок на самую вершину на скорослепленного замка. Твое какое дело! Глаза нестерпимо жжет. Он поднимает голову, а море жмется к нему, обнимает, шепчет куда-то в ключицу. Я, блин, соскучился. Не представляешь, насколько. Сакджин написал, что ты приедешь. Вездесущий Сакджин. Не забыть сказать спасибо. Личное море Юнги улыбается солнечно, тепло, сплетает с ним пальцы. Личное море Юнги. Море с типично корейским именем. 是从来就没有见过的霓虹。我打开离别时你送我的信件，忽然感到无比的失眠，看不见雪的冬天不夜的城市。 见有人欢呼，有人在哭泣。早习惯穿梭充满诱惑的黑夜，但却无法忘记你的脸。有没有人曾告诉你，我很爱你？ 有没有人曾在你日记里哭泣？有没有人曾告诉你我很在意？在意这座城市的距离？有没有人曾告诉你我很爱你？ 曾在你日记里哭泣，有没有人曾告诉你，我很在意，在意这座城市的距离。